Здравствуйте, с вами «Взрослые игры», и я Марина Топейкина. И сегодня у нас тема передачи «Как научиться верить в себя». В кабинет психолога, как правило, приходят или неуверенные люди, или самоуверенные люди. Самоуверенность связана с психологической защитой, когда человек старается из всех сил действительно верить в себя, и у него получается. Но если копнуть глубже, это просто наиграно. В большинстве своем он даже не верит в то, что достоин хорошей жизни. Это связано не с воспитанием, не с детскими травмами, просто с особенностями характера, с неумением, скажем, получать от жизни то, чего мы хотим. Вот и получается, что вера в себя – это достаточно большая роскошь. Конечно, есть отличия у мужчин и женщин. Мужчины, как правило, верят в себя хотя бы эпизодически. Это связано с какими-то определенными достижениями. Если у мужчины получился очередной проект, скажем, выполненное дело достаточно много принесло ему не только материального, но и морального удовлетворения. Он смог конкурировать с кем-то и добился хорошего результата. На какой-то период он, самоутверждаясь, действительно начинает верить. Но в одной сфере. Вот здесь я верю в себя, я знаю, что если я захочу, я сделаю. Поэтому, когда я разговариваю с мужчинами, в какой-то степени им комфортнее по жизни, потому что они говорят, ну, я знаю, где я действительно смогу что-то исправить и где я могу что-то достигнуть. Женщина устроена немножко более лирично. В большинстве своем девушки на самом деле даже не осознают, и женщины, что они в себя вообще не верят. Именно по этой причине каждой нужна опора. Они ищут мужчину, который будет их защищать, с которым они будут чувствовать себя безопасным. И как бы девушка не транслировала свою успешность, связанную с заработком, да, с какими-то достижениями, с собственной дисциплиной и с тем, что у нее получилось слепить, да, себя, скажем так, по внешним данным. Тем не менее, когда она один на один со специалистом, каждая женщина говорит о том, что, в принципе, как бы она устала, и она не доверяет себе в том, что она справится во всех жизненных ситуациях. И отсюда идет невера в себя и в обычных ситуациях тоже. И, возможно, сейчас кто-то будет смотреть передачу и не соглашаться со мной и говорить: «Нет, я там лидер, я всего достигла». Ведь вера в себя предполагает, что мы верим, несмотря ни на что, в одиночестве, да, создавая для себя путь и преодолевая какие-то трудности. В данной ситуации в большинстве своем женщины все-таки заручаются чьей-то поддержкой. И если женщину оставить одну, то в отличие от мужчины, она будет испытывать не только страх одиночества, да, но и страх того, что она не справится. Может быть, по этой же причине принято все-таки на войну отправлять мужчин. Не только потому, что они физически сильнее, потому что есть женщины очень сильные, но и потому, что в этом смысле они более стрессоустойчивы. Да, были женщины, которые побеждали, которые были мужественны, но все-таки их единицы. В большинстве своем среднестатистическая девушка предпочла бы больше не в себя верить, а в того, кто рядом и кто ее защитит. Давайте поясню, зачем была вся эта философия. Когда строятся женско-мужские отношения, так как женщина не верит в себя, если она не верит в своего мужчину, отсюда появляется много придирок и истерик. Потому что каждый раз она переживает по поводу того, а хватит ли денег. Она не верит в мужчину, и она сомневается в том, что она способна справиться с какой-то кризисной ситуацией. В принципе, это нормально, что она не верит. На самом деле, в большинстве своем, как бы, очень многое зависит и от самой ситуации. Но в силу того, что женщины эмоциональные, они постоянно неверу в себя переносят на все и тотально начинают тревожиться, ну и доставлять, скажем так, массу хлопот своими негативными переживаниями близким людям. У мужчины в семейных отношениях, в паре немножко по-другому все. Так как он периодически в каких-то ситуациях и в каких-то сферах все-таки уверен, то иногда он даже может сказать женщине, что ты истеришь, на самом деле все нормально, да, или как бы я же зарабатываю. Ну, то есть где-то у него есть какая-то уверенность в том, что он твердо стоит на ногах. Не везде, но тем не менее. Кто-то понимает, что, скажем, не умрет с голоду, да, кто-то понимает, что, скажем, может добиться достаточно серьезных каких-то достижений в сфере спорта и таким образом, скажем, принести какую-то вот результативность. Но, тем не менее, каждый мужчина может сказать женщине более уверенно, что он что-то из себя представляет. И вот тут конфликт разгорается еще больше, потому что женщина начинает реально бесить, когда она в себя не верит,
в него не верит, а он еще что-то пытается доказать, что он умеет сделать. Таких семей очень много. В них люди выставляют огромное количество претензий друг к другу, не понимая, что, конечно, нужно начинать с себя, потому что если в вас не верит, другой человек не будет ничего для вас делать, не будет вас уважать и, конечно же, ни в коем случае не изменит свое отношение к вам. Но, увы, каждый надеется на то, что другой человек сможет поменяться во имя любви, во имя того, чтобы не потерять брак, во имя того, чтобы, скажем так, уйти от конфликтов. И поэтому получается, что такая семья превращается в определенную конфликтную зону, которая может обращаться к психологу, может, скажем так, слушать родственников, может решать проблемы при помощи подружек, но, тем не менее, так и не прийти к гармонии. Что главное в женщине? Что? Загадка. Что должен говорить каждый шаг мужчины? Загадку. Он должен давать ответ. Я отвечаю и пошел. Понял? У меня готово все. Квартальный отчет. Я Новосельцев. Отвечай, Толя, давай, поехали. Давай. Я отвечаю. Отвечаю я. Я мужик, грудь колесо. Ну? Я мужик, я Новосельцев. Новосельцев. Да. Как же можно научиться верить в себя? Ну, я уже в каждой передаче говорю, что я рассказываю исключительно свой опыт. Не претендую на то, что он идеальный и всем подходит. На мой взгляд, первое, что необходимо начать делать, это сравнивать себя с другими. Причем в психологии, наоборот, рекомендуется не сравнивать. Не стоит сравнивать детей. Себя можно сравнивать с окружающими людьми, и мы это делаем регулярно, поэтому надо это использовать осознанно. Сравнивать нужно не только, скажем так, в худшую сторону. Нужно сравнивать действительно и с теми, кто добился большего, и с теми, кто, допустим, добился меньшего. Зачем это нужно? Ну, наверное, в какой-то степени в собственных глазах разработать шкалу собственной успеваемости, когда вы знаете, что есть от 0 до 10, и вы на какой-то ступеньке находитесь. Пускай это будет троечка, пускай это будет семерочка. Главное, чтобы это было действительно искренне. Когда вы не обманываете себя, не преувеличиваете свои возможности и, наоборот, не преуменьшаете их. Вот в сравнении принятия себя на той ступени, на которой вы находитесь, это наиболее важный инструмент, да, для собственной уверенности. Потому что, когда вы честны сами с собой, вы знаете, на четверочку, но вы точно сделаете из десяти. Чтобы повышаться по этой лесенке, вам нужно научиться сравнивать себя с самим собой в прошлом. Это уже часто распространенный рецепт. На самом деле он работает только в том случае, когда вы научились себя сравнивать по-разному с другими. Когда вы понимаете, что вы на четверочку, но в прошлом году у вас вообще двоечка была, да, это начинает вас мотивировать к тому, чтобы расти так же, как, например, и некоторые люди в вашем окружении. Потому что не каждому дано вырасти быстро. У каждого свои ресурсы. Кто-то, например, скажем, действительно имеет хорошие способности, возможности, даже связи, да? А кто-то начинает с нуля, не понимая себя, не умея использовать, скажем, то, что ему дано от природы. Поэтому кто-то начинает с нуля, а кто-то изначально с четверочки. И рост у всех будет разный. Но что удивительно, в моей профессиональной деятельности я наблюдала, что те, кто с нуля, очень часто растут намного быстрее до девяточки, чем те, кто с четверочки хотя бы до шести. Чем обусловлено это явление, я думаю, тоже всем понятно. Со дна легче подниматься, больше падать некуда. И когда человек приходит ко мне, и он реально искренне горюет, что он никто, ничто и ничего не добился, если он получает рекомендации, и если он действительно понимает, что можно улучшить свою жизнь, то он начинает очень быстро их выполнять. А когда человек что-то делает, даже не на 100%, в его жизни что-то меняется. И вот этот эффект бума, да, из ямы ты начинаешь расти, и тебе это нравится – появляется у людей дикий страх вернуться обратно. Когда у человека изначально все более-менее хорошо, такой средний уровень, и он начинает выполнять рекомендации, там нет такого разрыва, нет этой мотивации. Вроде дело, ну да, что-то поменялось. А вроде как бы, да кому что, ну и само бы поменялось, говорят мне люди. И получается, что у них нет вот этой вот
очевидной, скажем так, ситуации, когда действительно стоит меняться, развиваться, и это каким-то образом улучшит твою жизнь. А значит, и двигаются они намного медленнее. Ну и если мы научились сравнивать себя с окружающими, потом сравнивать себя с самим собой, то для того, чтобы себя больше воодушевлять, нужно мечтать. На сегодняшний день этому способствуют социальные сети. Очень много людей, которые там выкладывают, скажем, фотографии того, как они путешествуют, как они что-то мастерят, как они чему-то обучаются или обучают. Это не значит, что нужно во всем в этом начать срочно принимать участие. Особенно, если не позволяют ни времени, ни финансы, а может, и даже не здоровью. Здесь важно найти то, что вы готовы, ну, грубо говоря, пожирать глазами, да. Потому что что такое мечта? Это образ, это визуализация, это то, о чем мы хотим не просто думать, а то, что мы хотим представлять. И любой образ, он на нас очень серьезно влияет. Негативный влияет негативно, положительный влияет положительно. Поэтому, когда мы мечтаем, мы начинаем немножко тянуться наверх. И если мы понимаем, что мы можем изменить ситуацию, потому что мы себя сравнивали с прошлым, мы себя сравнивали с окружением, то мечта является неким вдохновением. И даже мы не выполним именно ее, да, то мы выполним что-то, что, может быть, будет в разрыве между мной и этой мечтой. Ну, например, я хочу поехать на Бали, да, но в итоге, допустим, я могу поехать куда-то поближе. Но сам рывок, он позволяет нам почувствовать, что мы не просто хотим, а мы можем это сделать. Ну и если уж мы помечтали и воодушевились, то здесь следующее – это важно планировать, что же мы на самом деле можем сделать. Потому что есть реальность, есть мечта. На этой, скажем так, дистанции где-то есть наши возможности финансовые, наши возможности по времени, что-то, что мы могли бы подвинуть, что-то, что мы могли бы, скажем так, может быть, даже не учесть, да, а разрешить себе, несмотря ни на что. И вот когда идет некая инвентаризация, нужно планировать, что же все-таки на самом деле я хочу, что я хочу и что я могу для этого сделать. И когда у нас появляется план, то, в принципе, если мы его построили таким образом, что он у нас состоит из небольших шагов, то есть план – это все-таки не цель, да, план – это этапы, то, по большому счету, мы можем достаточно спокойно, даже если мы обременены какими-то ситуациями, начать действия по его реализации. Может быть, это затянется по срокам. Нам, например, хочется, чтобы мы это сделали в ближайшее время, оно немножко отодвинется. Но если есть план и вдохновение, то мы это выполним. Бросай. Знаешь, давай лучше ты. У тебя все получится, ясно? Бросай. Давай же. Прошу вас. Что нам нужно? Семь. Хорошо. Бросай 7. 7. О, боже! Ну, спасибо. Спасибо. Всегда пожалуйста. Мы все. Ну и получается, что если мы действительно учимся верить в себя, ведь важно что? Увидеть, что если мы что-то по-настоящему захотим, мы это получим. Только при такой результативности человек может сказать, ну, нет, я знаю, если совсем прижмет, я сделаю. Поэтому получается, последний шаг – это умение подводить итоги. Итоги могут быть как промежуточные, так и, в принципе, как бы уже окончательные, когда полностью дело выполнено. Но, тем не менее, здесь это важно для того, чтобы учитывать, да, что, может быть, недостаточно было сделано. Что, может быть, можно было сделать по-другому? Зачем это? Это не для критики. Это для того, чтобы мы могли быть более результативны в следующий раз. Вот и получается, что если построить, скажем, свою жизнь таким образом, что все-таки учиться сравнивать себя, и очень многие великие люди, талантливые люди иногда это делают в хорошем смысле этого слова, понимают, например, что кто-то талантливее, понимают, что кто-то, например, плохо обучаем, понимают, что на сегодняшний день у них, например, достаточно способностей для чего-то, но
что-то еще по-прежнему они не могут сделать так, как им бы хотелось, то есть на определенном уровне перфекционизма. При этом, если у них есть мечта, и они готовы планировать, да, скажем, что-то для того, чтобы быть ближе к этой мечте, то, подводя промежуточные итоги, они будут видеть, что можно было бы изменить, что стоит учитывать, приобретается опыт анализа, развивается опыт планирования, и, соответственно, человек постепенно понимает. Да я, ого-го, моя жизнь, она сильно изменилась. Очень многие мои ученики только постепенно овладевают вот этим алгоритмом, сами не осознавая то, что они, скажем, начинают использовать. И когда я предлагаю им проанализировать, да, что с ними произошло там за несколько лет, каждый раз они в шоке начинают думать, что, ну, вообще, как такие изменения, да, могли быть в их жизни. Ведь мы живем изо дня в день, привыкаем к самим себе. А на самом деле, когда мы начинаем задумываться о том, какие мы были, например, 5 лет назад, и какие мы сейчас, и что мы сделали, и если мы действительно что-то сделали, и в нашей жизни улучшилось что-то, да, то, конечно же, мы уже начинаем понимать, что, да, возможно, нам иногда будет не хватать информации, людей или еще чего-то, но в целом мы можем справиться со многими вещами. А значит, мы начинаем верить в себя. Зачем нужна вера в себя? Уверенность в себе. Наверное, для того, чтобы в первую очередь не требовать от других людей, скажем, спасать себя, не требовать от других людей жертв во имя своей безопасности. Когда мы, например, очень боимся, что нас бросят, и начинаем контролировать близкое окружение. Когда мы считаем, что другой человек должен решить все наши материальные вопросы. Ведь с уверенностью в себе как бы приходит очень много внутреннего покоя, стабильности. Когда мы можем, ну, скажем так, грустить по поводу того, что у нас что-то не получается или у другого. Но мы не будем бесноваться, как делают некоторые люди. И получается, что эта стабильность позволяет лучше спать, эффективнее общаться, больше, скажем так, видеть хорошего в своей жизни, меньше придираться к окружению и понимать, что, в принципе, как бы даже если все подведут, уж сам-то себя ты выручишь. Но это, наверное, все-таки дорогого стоит. На этом наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале Arctic TV. На сайте Arctic TV в архивах огромное количество рассмотренных нами тем. Ну а на сайт tabeykina.ru присылайте свои вопросы и пожелания.